Старший сержант на посаде старшина, чередник Антон Владимирович, 1980 года, 501 батальон морской пехоты. С какого по какое число были в Мариуполе или где вы? Были в Мариуполе, поселок Мирный и завод Ильича. Ну, расскажите, как вы совершили преступление? Преступление совершил, патрулировали территорию и наткнулся на гражданских, что было необычно. Я сделал выстрел по нему. А сколько им лет было? Ну, как на мой вид, от 20 до 30. От 20 до 30, два человека? Да. А со вторым что случилось? А второй просто убежал. Я тоже задавал такой вопрос в Ленинском. А насколько это было распространено, такие вопросы? В вашем подразделении? Еще как? Ну, распространены достаточно, да. И в нашем, и не в нашем. В связи с чем это было? Ну, до конца мы не понимали, с кем вообще идем боевые действия. То есть мы думали, что это армия РФ. А оказалось, что это ДНР. Ну, то есть, как бы, если армия РФ, то украинского языка они не знали. Ну, поэтому иногда задают такие вопросы на украинском языке. То есть вы задали этот вопрос, и что он ответил, и как он ответил? Ну, нормально ответил. То есть данная ситуация произошла не из-за этого слова, как бы. Понятно. То есть, а как вы его спросили? Что вы сказали? Я у него спросил «Поляница». Он мне ответил «Поляница». И что было дальше? Дальше он дернулся, я сделал выстрел.